давайте просто поспорим с вами. Давай. Что я покажу вам одну вещь. Если вы выиграете, то я вас угощаю всех троих спиртными напитками. Алкоголь. Разными. Какие хотите. Подожди. Мне клубничный просто как-то. Хорошо. Если вы выиграете. Да, если выиграю я, то вы будете угощать меня. Нет проблем. Давай. Итак, спорим на то, что я стакан поставлю так, что ты его не сможешь выпить за 5 секунд, не пролив ни одной капли. То есть ты его так хитро поставишь, что я тоже не понимаю, что это. Не понимаю. Нет, в чем подвох, подожди. Спорим? Давай, выпьешь за 5 секунд. Ну ладно, хорошо, выпью за 5 секунд. Не пролив ни одной капли. Посетители легко соглашаются. Но действительно, разве сложно выпить напиток, не пролив ни капли? Но, безусловно, здесь есть подвох. Хорошо. Мы догадались, что я ставлю просто стакан. Ну, просто ставишь стакан. Я же не говорила, каким способом. Ну, подожди. И что? Пей. Не, ну все, разводка вообще. Так, подожди, сейчас. Дайте салон. Нет. Хорошо, тогда встань вообще. Хорошо. Я буду так. Так, сюда. Пролил. Ты проиграл, и ты тоже проиграла. Ну все, ребят. Ну все, ну я же говорю, разводка какая-то. И произошла. Спасибо вам. Все, наши поздравления тебе. Бутылка шампанского с нас.